Итак, это восьмая серия прохождения Скайблока. Блин, прикольное начало серии. Так, тебе мотыга там нужна? Я сказал Скайблока, не Скайб. Скайрима. Да блин, ну где ты? Демон, спаси меня! Ай, блин, не успел. Ща! Ты сдох? Нет. Да. Ты сдох. О, погоди. Стоп. Мне нужно 7. А вот иди сюда, вот смотри, видишь, вот. Ты чё, оттуда свалился? Вот видишь, я вот все сделал из камней, и вот подойди сюда, вот. Иди сюда. Окей. Ну? Ты что творишь? Иди. Не надо. Ну ладно. О, ты все из камней сделал? Можно? Да, и еще тут я начал, вон там свет. Я прописал. Я не прописал. Я копал, мне делать было нечего. И еще тут... вот, и свинки тут появились. Надо пойти сделать меч и замочить их. По-любому прописал. Сам ты прописал, мне делать было нечего. Я ждал, пока оно там все монтируется и... Так, ладно, ты это записываешь? Да. Хорошо. Сейчас, все. Дай мне мотыгу. А, она у меня. А дай мне ее. Зачем мне? Не, мне нужна мотыга. Сейчас, секунду. Кидай. Ловлю. Лови. Я должен был там появиться. Ладно. Не. Эндербен. Это самое. Пуски нету. Смотришь, он сейчас кинет того. Блин, эндермена бы замочить. А, и кстати, тут крипер взорвался. Нет, я не вижу. Ой. Там три крипера! Молодец! Фу, ни один не взорвался. Ну, один взорвался, но... Без... Давай, с разбега к нему. Ай! А, это не дырка. Почему мне казалось, что там дырка? О, две косточки прям. Эндермена мочи. Он мне не нужен. Иди, ничего. Бесполезный эндермен. А, ну да. Тупой эндермен. Как так можно? Тупые звери. Тупой эндермен. Тупые звери. О, у тебя же косточка была. Дай мне. Две. Целых две. А, кстати, знаешь что? Ну, дай мне одну косточку. Тебе надо? Да. Ну, только ты не промахнись, когда будешь ловить эту мало. Давай. Ну, на. Вот ты, блин. Ай-яй-яй. Бесит. Клан. Тупой эндермен. Я же ведь почти его замочил. Один удар, наверное, остался. А, ну да. А, ну да, как я домой попаду. Слышь, Рослик, у нас тут проблема. Я тут кирки. Ну, я тоже. Я тоже. Фак. Во-во. На скопанную землю нельзя ставить эту. А пока. Кого? Это вообще такая проблема. Прыгни на этой земле и все, будете. Так, я знаешь, что сделаю? Тут знаешь. Ой, я не вижу. Тут три свинки, да, одну я. А как я поводу домой? А, почти! Ну почти! Ну блин, ну один ударчик, наверное, остался. А ты просто играть. Блин! Я не умею! Это я не умею? А ты умеешь? А ты умеешь, да? Ты умеешь? Я мастер. Да, мастер. Да где камни накопанные? Накопанные. Потратились? Я на мостиках всех потратил. Я накопал 50. И потом еще 64. А, блин! О, я в лаве горю. Я заспавнился в лаве.
Так, пойду спасу свои вещи и додолблю пикмена. Так, у тебя спасли только 6 палок. Ой! Бойся меня! Это штука и одна кость. Эта штука какая штука? Это. Какая? А, это. И все. Ну блин, Герман, ну а ты меч? Лошара. Погоди, а меч? Ну ты лошара, ты меня скинул. Это я тебя скинул? Да ты не в ту сторону пошел. Блин, это смешно. Чего мне так смешно? Ну ты вообще обалдел с этим гамимодом. Я не смог приземлиться туда, куда надо. А тебе куда-то надо? Я вот ну, например, сюда. Куда? И мне нужна моя тыква. Где ты? А, вот здорово. Так, и у тебя еще косточка упала. Где? С меня только одна кость и все? А, гнило мясо одно было и 6 палок. Это я помню. 6 палок? У меня не было с собой 6 палок. Не знаю, там были 6 палок. Со свиньи, наверное, упал. С них это не дропится. Дропится? Сказанул, блин. Ладно. Так, так лучше. Ей. Но бойся меня. Да я тебя не боюсь. Ты не страшно. Я не страшно. Все, плачь, иди плачь. Как моя ферма? А хотя, может быть, ферму перенести? Не, не надо. Плохо. Блин, сколько у нас тут мусора? Кирка нужна. Кирка? Стоп, с меня ночью должна была упасть кирка. А, вот она. Это твоя кирка. У меня появилась идея. Блин, нет. А, есть, его я. А, фак, я горю. О, у меня тоже есть идея. Не, перестань. Что творишь? Кем у меня 4 камня? Ну, я знаю. Да что ты творишь? Я хотел посмотреть, какие у тебя вещи есть. Нет, это сразу же было тяжело сказать. Нет, да. А ты мою. Ща. Кого там тебе отдать? Кирку? Не надо. Хотя нет, надо. Не надо? А, вот, как раз один камень твой, кстати. Я им воспользуюсь. Косой. Так, терму. Блин! Давай. Все. Че, все? Сейчас. Кирку мою дай. Да погоди, блин, че мне так не везет? Ну ты нижний камень сломай. Какой нижний камень? Вот там, который. Не, не надо. Его не надо ломать. Ты че ты? Ты сам попал под мою руку. Погоди, а зачем ты тут эту поставил? Увидим. А, я понял, я понял. Вот он. Все, дай мой, сейчас, мою кирку. Сейчас. Прик, прик, прик. 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 Прик, прик, прик. Прик, прик, прик. А, надо еще один сундук. Еще а тут один маленький пустой. О, фух, я думал, не допрыгнул. Ты спалился. Что? 64 камня. А, вон, да, я там хранил камни, я забыл. Спалился. Чё я спалился? Я там камни хранил специально. Я забыл про то, что так там держал. Да, не палится. Люди, чё? Учитесь у Германа, как надо не палиться. Да, вообще. Да и вообще, всё. Знаешь что, знаешь что, знаешь что? Да, я могу. Все, все, я решил. Меня никто не остановит, я решил. Сейчас мы замутим. Погоди, где? А, да.
Только не тут давай, давай где-нибудь... Погоди, где 64 камней делать? Не скажу. Ты их выкинул? А, типа, ты реально их добавил? Я как бы их копал. Ой. Ты их выкинул? Ой. Ой. А! Чё ты с ними сделал? Тихо. Я тут сделал им небольшой домик. Там было в этих плагинах. Поставь тут. В плагинах? Ну, в тех. Челленджах? Челленджах. Да, ну дай камней, блин, не потрать все, дай мне те, которые будут. Ок. Ну все, которые есть. Не, мне нужен домик. Ну блин, ну пожалуйста, ну дай, ну я ну хоть, ну хотя бы 10, дай. 10, да. Только не выкинь их случайно. Ой. Один отдай. Все. О, я придумал. Нет, это плохая идея. Нет, на самом деле это хорошая идея. Ну это какая идея, плохая или хорошая? Я не знаю пока что. Ну вроде нормальная. Ну. Блин. Так, вот. Дальше. А, забыл. Да. Блин, я потом не выйду отсюда. О, к тебе там кто-то пришел. Так, извиняюсь, я чуть-чуть. Ну только чуть-чуть. Потом возвращайся. А если б я на обрыве стоял? Ну как тихо сразу портал мешает. Руслан, не поверишь, что я сейчас замучу. А? А здорово. Чё ты ругаешься? Так, погоди, что-то у меня. Знаешь что? Ну чё? Сделай микрофон погромче, тебя не слышно. Не знаю. А чё ты выходишь? Ой, стой на месте! Стой на месте, я сказал! У нас гости! Оу, вот так вылезет. Нет, так будет трать! Все, вот так вот. Он будет наш охранник. Очень хороший охранник. Ну хоть... Так. Этого бы снеговик... Чё такое балерина какая-то странная? О, два охранника! В одной клетке. Герман, извиняюсь, я убегаю. Да. Дело ждет. Ага. Еще одного охранника. Последнего, кстати. Там тыквы скоро вырастут. Да их тут дофига. Да? Хорошо. Ну, две штуки найдет. Ну так вот. О, oh, hell no. Вот. Все. У нас три охранника теперь. Уи. Все. Крипер. Съешь его. Вот спасет наши три охранника меня от крипера. Ну. Я за крипера. Такой козел! Он такой козел! Я взрыва не слышу. Этот крипер такой козел! Ну какой? Самый обыкновенный козел! Слышь, ты давай обратно в клетку.
Как нереальное существо может быть козлом? Блин! Ой, еще. Герман, планете Земля. Да, все. Короче, все. Нет охранников. Твою бошку. Нету больше охранников, ни одного. Герман. Что? Спаси меня. А чё такое? Тут бобо. Я выжил. Да. Наши охранники нет. Ну, Герман. Ой, не могу, это ужасно ржачно. Меч есть? Опа. Дай, пожалуйста. Эти кирку. Опа. У нас саженцы есть? Да. Дай меч, пожалуйста. И камни. Ну, пожалуйста. Отведи меня только туда. На ту сторону. На тот свет. О, косой какой. Тупой паук. У тебя выпала кость? Да. Хорошо. А, там две кости выпало, а одну я не спас, походу. О, две ниточки. Блин, надо было, чтобы, блин, скелет... А, крепер в моем доме! Там! Два! А чё, твой дом, что ли? Ну... Фак! Чё теперь? Я не знаю. Вот, да, и так не долбай. Сейчас. Под низом давай. Дэйв! Не получается. Я тебя прикрою. Нет, лагует. Не могу. Я тоже. Зато один крипер взорвался. Олли. Олли. Зато один крипер взорвался. И чё мне с того? Зато один крипер взорвался. Утешил. Зато один крипер взорвался. И у нас две ниточки. Великая радость. Зато один крипер взорвался. И у нас теперь 7 ниточек. И осталось всего лишь 5. О, скелет появился. Пойду. Герм, принеси воды, пожалуйста. Нет. Воды нету. Опять тебе там кто-то пришел. Нет, я его игнорю. Ты его игноришь? Ты уверен, что делаешь правильно? Да. Ты абсолютно уверен, что делаешь правильно. Mm-hmm. Абсолютно уверен, что делаешь правильно. А вдруг там кто-нибудь пришел? Знаешь, что надо сделать? Что? Внимательно смотри в чат. Внимательно. Внимательно смотришь в чат? Смотрю внимательно в чат. А что? Я тебе скажу, когда смотри в чат. Сейчас можешь не смотреть. Герман, принеси лестницу. Сейчас принесу, погоди. Сейчас. Все, несу. Сейчас будет. Как ты утопился? У нас воды нет? В генераторе кобблстоунов. А ты там поставил факел? Нет. Вот. А, вроде был. Я не помню. А надо? Блин, крипер! Не люблю их. Во, Герман, знаешь что? Принеси мне две лестницы, и ты будешь молодец. Я и так молодец. Ай! Тростник уронил. Плохо. Просто так вот тут один уровень валялся. Плохо. Нормально.
монстры, их там так много, я даже не знаю. Так, сейчас. Идем. Блин, их там слишком много. А, крипера нет, это хорошо. Вот кто это сделал? Неужели один тупой скелет мог... Ой, там крипер. Я, будь добр, принеси мне... Я не люблю криперов. И зато орёшь, как бешеный сурок. Блин, ну и сравнение ты. Так, надо тригениться немножечко и пойти... Ты его скинул. Знаешь, что надо сделать? Блин, крипер. Крипер. Ты плохой дядька. Он тетя. Он тетя. О! Три лестницы! Да! Yeah. Кто больше? Декерку. Мне один камешек надо. Это я возьму. И это возьму. Слушай, а ты все камни потратил или чуть-чуть оставил? Я им-то кирку не взял. Ладно, я возьму. Не. А, ну да. Он меня чуть бы не убил. Я тоже. Ну, блин, крипер опять на моем доме. Поставь там факелы. Че, взорвался? Да какая! А, блин. Я впервые так не допрыгнул. Я впервые не допрыгнул. Ты можешь понять? Ну почему? Че, я уже со второго раза попал. Нет, хуже. Хуже? Я утопил кирку? То есть... Я утопил ведро с водой. А, это плохо. Так, погоди, ведро с водой. Так, были семена у меня еще. Две кости. Возьму три кости. Ну что у меня еще было? Ну ты понял. Нет. Подожди. Понял. Акс, если что, это не я. Я все вижу, я сверху. Где? Ты где? А, здорово. Ты... Я думал... Каким надо быть дебилом? Объясни мне. Я думал, ты над платформой своей. Вообще-то я брал все вещи. Да? Угу. Ну блин, ну так уже неинтересно. Блин, один раз сдох и, блин, все вещи свои восстановил. Нет, надо как-то, блин, по-честному. Так, чтобы веселее было. Ну давай, восстановим. Сделаем, давай. А, ну ведро, да? Ну ведро ты не восстановишь. Ведро можно и восстановить. А вот... Ну восстанавливай, очень прикол, ведро. Ну вот ведро не восстановить, может как-то. Нет, это тоже нельзя. Семечки. Семечки тоже нельзя. Угу. А что, я виноват, что ты сдох? Ты свалился, и все. Меня тут... подбили. Подбили? Подбили. А я, кто меня? А, ну да, а я не допрыгнул. Ну. Это впервые, в первый раз, когда я не допрыгнул. А, я знаю, что сейчас за... Землю плюс еще не восстановить. Знаешь что? Которая у меня было 27 штук. А, ну тогда... 27 штук? Ну поменьше. Откуда у тебя 27 штук? Да, спал 20. Ну ладно, все равно откуда у тебя 20 штук земли? Ну я же все взял. Зачем? Прикинь, отца, да вот. Потому что ты дурак.
Ты забрал еще все кости, ни одной косточки нету, блин, в этом. Они упали. Потому что ты... А, да, Стиви, боль. Так лучше. И косточки свои, блин, мои, тащи сюда. Погоди, я вас посадить. Что-то как-то все плохо пошло в этой серии. Очень плохо. И я думаю, что ее пора заканчивать. Угу. Нет! Ты был. Че, я случайно? Не прыгай! Прыгать? Не прыгай! А, показалось прыгать. Ты сломал! Да, я знаю. За что? А ты упал. Погоди. Крутой... Эй! Ты чё? Не шути. Ха, всё. Как ты так быстро успел? Чё, я вода там долго ещё? Вон она до сих пор падает. Так, ладно. Косточки давай сюда. А, да, я хотел закончить 8-ю серию. И ладно, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, добавляйте в избранные и все такое. Всем пока. И ты тоже скажи пока. Пока. Молодец. Мы попытаемся в этой серии нарубить дерево. О, да. Тебя, блин, прикалываешь. Нет.